Итак, давайте полистаем новый каталог. Каталог номер 11, кажется, действующий с 1 августа по 20 августа. Каникулы продолжаются. Закажи роскошный набор «Золотая мечта» всего за 499 рублей. 70% скидки при единовременном заказе на 990 рублей из этого каталога. В набор «Золотая мечта» входит крем для рук, молоко и мед, мини-флакон Eclat Femme, ультра-удлиняющая тушь для ресниц Giordani Gold, оттенок черный. Вот с такой кисточкой. Вот. Ну, интересное предложение. Так, здесь мы видим анонс новинок этого каталога. Смотрите, сочный киви и нежный абрикос. Очень интересно, очень интересно. И нежный абрикос с рисовым молочком. Какие-то флакончики, два любых аромата со скидкой 50%. Посмотрим. Так, любимейший продукт бестселлер. Специальное смягчающее средство, специально смягчающий крем с ароматом черной смородины, с розовым маслом и с медом по 79 рублей. Молочно-медовая роскошь, цены от 79. Что мы видим? Увлажняющий крем для душа, молоко и мед, питательный крем для рук и тела, молоко и мед за 239 рублей, крем-мыло, молоко и мед, золотая серия. Так, 60%. По-моему, никакой нагрузки к этому предложению нет. Просто так берите. Далее. Так, идут продукты для ухода за лицом, а также аксессуары, щеточка, повязка на голову, крем. Так, питательный дневной крем, молоко и мед, питательный ночной крем, молоко и мед со скидкой 55%. И составляет это 269 рублей. А также вы можете еще губку за 79 рублей, целлюлозную губку для лица. Тоже очень удобная вещь. Дальше молоко и мед продолжают свое шествие по каталогу, триумфальное. Здесь продукты для волос. Шампунь, кондиционер и маска. А вот обещанная новинка. Так, мыло киви, отшелушивающий гель для душа киви. Ух ты, здорово. Обещает быть новинка бестселлера. Если покупаете в наборе, платите столько же, сколько отдельно за гель для душа. А гель для душа выглядит как натуральное протертое киви. И мыло также сделано из киви. Класс! Восхитительно. Так, абрикос и рисовое молочко. Это тоже очень приятно. Это должно быть нечто мягкое. Природная нежность, набор со скидкой 50%. Так, за 199 рублей вы возьмете набор, в который входит крем для душа и мыло. Крем для душа означает то, что это средство, которым вы моетесь, оно еще обладает питательными свойствами. Страничка ароматизирована. Так, дальше идет крем для век «Невероятный эффект». За 179 рублей без всяких нагрузок, да? Просто берете. Это интересное предложение, но, к сожалению, в моей практике этот крем мало кому подходит. У всех, кого я знаю, вызывал раздражение. Но мой пример, думаю, не самый представительный мой опыт. Так, Wellness Pack без всяких скидок. Просто. Так, далее идет подводка для глаз The One Wonder Liner, объемная тушь для ресниц The One по 199 рублей, щипчики. Щипчики очень рекомендую. Так, помада. Любая помада за 199 рублей, это 5 в 1, многофункциональная. Та, у которой 30 оттенков. Энергоблеск, блеск для губ Power Shine, стойкий блеск для губ Color, The One Color Unlimited, то
То есть с блеском и без блеска. О, новая серия. Дори. В поисках Дори. С Диснеем наша компания сотрудничает. И выпустила туалетную воду в поисках Дори. Свежефруктовый аромат во флаконе с рыбкой Дори. Формула разработана специально для детской кожи, не содержит спирта, протестирована под дерматологическим контролем. И гель для душа в поисках Дори. Это любопытно. Также с фруктовым ароматом. Что? Очень интересная новинка. Star Wars. О, моя племянница будет в восторге. Чем пахнет туалетная водичка? Свежий цитрусовый аромат во флаконе с изображением мастера Йоды. Надо взять племяннице. Формула разработана специально для детской кожи. Так, шампунь для волос и тела, 2 в 1. Также с фруктовым ароматом. Очень любопытно. Страничка ароматизирована. 189 рублей шампунь, гель для душа, шампунь для волос и тела, 2 в 1. Так. Очень порадовала компания. Так, дальше идут продукты из серии Love Nature, уходовые для чувствительной кожи, по-моему, шиповник, для сухой кожи, да, написано, дневной, ночной, можно купить набором, будет дешевле, ромашка для чувствительной кожи, очищение питания, восхитительный беленький крем. Так, также можно купить набором дешевле. И малина, скраб и крем для лица. Крем, он как дневной, так и ночной. Также набором дешевле. Так, дальше у нас идет шампунь для нормальных волос. И кондиционер «Бузина и яблоко», также набором дешевле. Серия «Soft Cares» для рук. Ой, нет, не так. Набор «Нежность». В нем входит защитный крем для рук и стойкий крем для ногтей, стойкий лак для ногтей, крем «Брюле». Также предлагается набор пилочка и средства против расслаивания и ломкости ногтей. Классное, кстати, средство. Пилочка, не подумайте, что стеклянная, она похожа на стеклянную, но она акриловая. Так, дальше новинки вот текущего ныне каталога, да, он какой по номеру идет, 8, не знаю, в общем, шляпа, сумка, шарф, украшение на ногу Ибица, а также серьги, сумка Адель, также из уже прошедших каталогов «Городские джунгли», серия аксессуаров, «Карибы», да, «Карибы» называется. А также аксессуары от шведского дизайнера Валери. Коробочка, подставка для кистей и горшочек для цветов. Так, это у нас жидкая лаковая губная помада The One Lip Sensation за 449 рублей и карманное зеркало. Тоже очень любопытные оттенки. Лаковая, это тоже очень интересно попробовать. Так, здесь ничего нового не вижу. Цены. Также не являются сенсационными для меня. The One декоративка, тональные средства. Корректор в подарок любого оттенка. Купи тональную основу и получи корректор в подарок. Это Illuskin. Ну что ж. Так, а почем тональная основа? 629. Ну что ж. Так, для бровей набор. Нет той скидки, которая в нынешнем каталоге, так что берите сейчас. Потому что в нынешнем каталоге скидка 50%, по-моему, да, если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, то прошу прощения. Какие оттенки. Новинки, я не знаю, они в прошлом каталоге представлены, кажется, были. Ну, имеется в виду в предыдущем. Представлены, это летняя лимитированная коллекция ярких неоновых оттенков. Супер.
209 стоит лак. Закрепляющее покрытие с эффектом гель-лака. Это тоже очень интересно. Не пропустите вот эту новинку. Это же это средство сделает любой лак, должно, по идее, любой лак сделать суперстойким. Так, и что еще подставка под лаки для ногтей? Это тоже очень интересно. Хотя 429, конечно, довольно дорого. Так, квадратик 3 на 3, да, 13 сантиметров квадратик. Не знаю, ну, было бы подешевле, было бы лучше. Так, лаки для ногтей. Это обычная серия 100% цвета, 149 рублей. Так, Giordani Gold кремовые тени. Это не новинка, цена тоже не вау. Так, Giordani Gold, тоже тут ничего нового не вижу. Из сногсшибательного также в плане цен. Здесь что у нас? Какие-то два оттенка из представленных компактной минеральной пудры дешевле. Естественно, у нас идет 949. Спасибо. А светлый и прозрачный за 700 рублей. На здоровье. Так, губная помада икона стиля 639 рублей. Так, а где у нас матовая? Матовая по 800. Ну, здесь плохое изображение, это вина не моя. Это не мои фотографии. Но все равно скажем спасибо автору, который выложил раньше всех 11-й каталог сегодня, 16 июня. Так, что леденцовая фабрика? Новинки от Very Me. Лаки от Very Me бывают очень хороши, бывают лучше, чем более дорогие лаки, но это не всегда так. Так что не знаю, не могу ответить за эту новинку. По-английски написано Candy Gloss. Ну, интересно. Наверное, какой-то должен быть такой блеск, эффект леденца. Так, новинка. Карандаш большого диаметра, удобно для использовать как тени и как подводку. Очень интересные летние цвета, летняя гамма. Эти карандаши вышли, кажется, в прошлом или позапрошлом каталоге, отсчитывая от этого, который я сейчас листаю для вас. Так, тушь для ресниц 169, ультраобъем, и ультрадлина цветная тушь 229. Ой, а фотография представлена другой туши, калейдоскоп. Что-то тут не так. Это какая-то ошибка. Ну, неважно. В принципе, там тоже тушь голубая и зеленая. Так, дальше. Айс крем. Новинка? Не вижу, что это новинка, значит, уже было представлено. Бальзам для губ, фруктовый лед, арбузный фреш и кокосовый коктейль. Два оттенка. Ну, не знаю, как насчет насыщенности цвета, сомневаюсь. Думаю, что не важно, какой цвет. Так, тут в Very Me представлено в виде калейдоскопа. Обратите внимание на очень недорогую туалетную воду для мужчин Infinite Rush. Почему такая низкая цена, да еще со скидкой? Потому что такая упаковка, она идет без пульверизатора, и сам флакон пластиковый. Так, а здесь у них предложение: сделай единовременный заказ на сумму 500 рублей из текущего каталога, и тогда вам будет доступна вот эта цена 329 рублей. Так, дальше идут продукты распродажи. Лак топ для ногтей по 99 рублей, голубые звезды, Sparkle Nail. Помада-карандаш для губ энергоблеск в трех оттенках. На что еще обращаю внимание? На коннектор Кликет, который раньше шел всегда подарком, если вы берете два продукта из серии Кликет. Очень удобная штука. Так, это опять-таки распродажа. Это, видимо, серединка, да, каталога, вкладка в серединку. Поэтому здесь такие интересные цены и интересные продукты.
Дневной крем-флюид. Так, аксессуары вы можете приобрести. Ничего не комментирую, все, обо всем этом я уже много раз говорила. И солнцезащитные очки Лагуна 649 рублей. Так, теперь, что это у нас? Очищающий гель пенка Novage. Экологен. Так, вам предлагается купить 10 наборов пробников со скидкой 45. Вам это обойдется в 550 рублей. То же самое для серии Novage True Perfection. Так, меня всегда интересует серия Diamond Cellulite. В этом каталоге предлагается со скидкой 40% клеточный крем молодости для кожи вокруг глаз и ночной восстанавливающий клеточный крем. Не знаю, может быть, и раскошелюсь. Но, может быть, я предпочту эко-бьюти обновленную, которую я еще не пробовала. Все еще не пробовала. Так, Optimals. Так, в этот раз вы возьмете в подарок очищающий гель-пленку для нормальной комбинированной кожи, если купите аппарат для очищения кожи Skin Pro. Любой набор со скидкой 45. Какие наборы здесь предлагаются? По-моему, вот это для чувствительной кожи розовенькие. Так, это просто обычный кислородный дневной ночной. И для глаз, и ночной из серии от морщин. Не помню, как называется, но это для возраста 40+. Так, далее. Мист Шардани. Великолепный набор со скидкой 50%. Здорово. В котором парфюмерная вода и парфюмированный лосьон для тела. Очень, между прочим, такой хороший запах. Так, здесь что написано? Манго, нероли, красный что-то. Не вижу, что, не разобрать. Но я скажу, что аромат такой искрящийся, жирный, нет никакой сладости, свежий, бодрящий. По-моему, такие ароматы называются фужерными. Может, я выдумываю что-то, но какой-то такой вот. Какое-то такое слово напрашивается. Amazing Paradise с ароматизированной страничкой. Удивительный рай в синем флаконе. О чем-нибудь это говорит. Так, что здесь? Не вижу вообще, что здесь написано. Да, не могу разобрать. Хорошо. Сверкающая драгоценность в мире. Чего? Ароматов в сердце этой парфюмерной воды. Уникальное открытие Oriflame. Эксклюзивная нота экзотического цветка. Райская капля. Сплетается со свежими цитрусово-древесными аккордами. Композиции, создавая удивительно яркий, незабываемый аромат. Так, и что? Если на 500 рублей из этого каталога, то скидка будет дополнительная. То есть купите за 1129. Так, что здесь у нас? Браслет, изящный серебристый браслет. Это было представлено, да, в каком-то каталоге. Без скидки, просто идет голая цена. Так, это что? Новинку попробуй, говорят. Эльви Firefly. Очень интересно попробовать. Морской чего-то, какой-то, ой, не вижу ничего. Интересно попробовать за 20 рублей пробничек. Кстати, звонил он. Сам? Не знаю. Телефон. Так. Любой продукт серии Эксперт Безупречный цвет. Хороший шампунь рекомендую.
199 рублей. Шампунь и кондиционер. Так, далее. Time Resist. Это возрастной, антивозрастной шампунь, кондиционер и сыворотка. CC-крем. Для жирных волос не пропустите. Закупитесь этим продуктом, вот этим шампунем для жирных волос. Он бывает не так часто в каталоге представлен, тем более со скидкой. Так, краски для волос дешеветь не собираются. Жаль. Так, что у нас тут? Тоже хорошие штучки. Кто до сих пор не затарился со солнцезащитным кремом, вперед. Купите 50-ку для детей хотя бы за 700 рублей. Так, ну там 100 миллилитров, это большая упаковка. Так, дальше. Для ног с киви, тоже любопытно, лимитированная некогда коллекция распродается. Так, для рук. Интимка со скидкой 40%. Кокос. Тоже очень хочется кокос взять как-нибудь. Причем маленький флакончик масла питательное для волос также хочется взять. Так, Discover. Discover супер серия. Я ее теперь очень полюбила. Я раньше не пробовала никогда ничего. Теперь очень люблю. Так, мужская. Nord for Men. Набор всего за 419, что входит в набор. Дезодорант, антиперспирант, тонизирующий шампунь для волос и тела, мыло. Хороший набор, я бы взяла мужу. Так, здесь товар без скидок. Giordani Gold Original и Giordani Gold Man со скидкой 50% при заказе на 100 рублей из этого каталога. То есть почти что без условий. Так, элегантная пара при заказе на 100 рублей, скидка 50. Эклат Ом Спорт, Эклат Фа. Soul Fever, при том же условии 50%. Happy Desiak для мужчин и женщин, при том же условии 50%. Без всяких условий 50% на ряд дезодорантов парфюмированных. Divine Idol, Eclat Femme, Love Potion, Giordani Gold Original, Paradise. То же самое для мужских шариковых дезодорантов. Очень рекомендую, ребята, кто борется с запахом пота, именно вот из этой серии парфюмированной. Самые действенные дезодоранты, это проверено на опыте моего мужа. Просто ничто, редкий дезодорант справляется с его собственным запахом, не очень приятным, а вот этот справляется. Ну, я в частности пробовала Signature. Вот, рекомендую. Так, вот что-то, что за новинка оказывается. Туалетная вода Memories Chasing Butterflies. Как это переводится? Попробую новый аромат. Зеленая упаковка обещает нечто. Легкая летняя, цветущая. Так, черносмородиновые почки, цветы липы, семена амбретты. Черносмородиновые почки. Да, это обещает загадочность. Этому обещает нам загадочность этого аромата. 30 миллилитров. Очень красивый флакон. Мне нравится. Я бы все эти леденцы взяла. Так, Memories. Чего не вижу? Чего-то, ну, наверное, try it. Какие-то dreams, не помню. Наверное, daydreaming. In hammock. Не знаю, что это означает. Так, какой-то медовый цвет. Ощути себя на солнечном тропическом побережье вместе с ароматом чувственной франжипании, сплетающимся в морской аккорд какого-то растения, окружен нежностью кокосового молока. Любопытно, какой-то нежный должен быть аромат. Нежный, теплый. Розовенькая водичка. Memories. Не вижу чего.
Under Fireworks. Мякоть абрикоса, белая роза, грейпфрут. А здесь молекула, да, действительно, молекула к шалоне. Не вижу цветок франжипани, кокосовое молоко. Здорово. Насладись романтическим приключением с ароматом нежной абрикосовой мякоти, женственной белой розы и аппетитного пролине. Сладкое окончание. Так, и зубные пасты нужно брать обязательно. Ребята, я сравнила с зубной пастой другой компании. Сейчас я пользуюсь зубной пастой другой компании. Просто вот, когда переходишь снова на Oriflame, чувствуешь, зубы скрипят от чистоты. Просто никакого. Так, очень рекомендую. На этом наш обзор закончился. Я надеюсь, не утомила вас. Всех, кто досмотрел до этого момента, благодарю. Не забудьте поставить лайк, поддержите меня. Можете покритиковать, сделать свои замечания. Вот. Я с вами прощаюсь. Желаю вам приятных покупок, а также красоты, здоровья, счастья, удачи, успехов во всех делах. Пока-пока. С вами была ваша Аюна.